Хочешь сказать, с лошадью было что-то не так, раз она сошла с дистанции за 300 метров до финиша? Она сошла уже на финишной прямой. Оказалось, она всосала воздух. Литров 8, а выпустить не смогла. Начались судороги и дальше бежать не смогла. Редкий случай. В этом городке народ трудолюбивый и простой. Они ходят на работу, женятся, заводят детей. И до недавних пор они умирали, как все нормальные люди. Вчера строитель 22 лет поскользнулся и разбился насмерть. Леон Скарпатто ни хрена не поскользнулся. С Леоном что-то случилось, просто мы не знаем правды. Я попробую что-нибудь выяснить. Джинни считает, Леон не просто так умер. Может, пораспросишь кого? Ты просишь меня поговорить в целом? Просто хочу успокоить Джинни. Чем могу помочь? Я Ричард Шелдерн из Daily Times. От всей души соболезную. Эй, Мика, тело в порядке? Только затылок разбит. Режиссер Джон Слеттери. Что я сделал, тебя не касается. Твое дело все уладить. Тогда свои деньги и получишь. Мистер Шелберн, я должна знать, что случилось с моим сыном. Микки, почему его тело нашли на улице? Леон был в грузовике. С мясом? Он лежал отдельно от мяса. Я знал, ты бы расстроилась. Я 20 лет пишу историю этого города. Я люблю этот город. Вали отсюда! Вот это несусветная глупость. Лауреат Оскара Филипп Сеймур Хоффман, номинант на Оскар Ричард Дженкинс, Кристина Хендрикс и Джон Туртурро. Эй, хватит, Артур. Артур! Я тебя прикончу! Хватит, Артур, ты же брюки кровью запачкаешь. Божий карман.